веселый, музыкальный. Но мы и фильм смотрели, да. И фильм хорошо сделан, и спектакль хорошо сделан. Очень динамично смотрится на одном дыхании буквально. Замечательно. А чем понравилось? Ну, вообще тема интересная. А правдивый спектакль? Правдивый. Хорошо играли, молодцы. А самое главное, ребята играли замечательно. Так что очень советуем всем посмотреть. А чем понравилось постановка? Всем. Молодцы. Музыка просто шикарная. Спасибо. Отлично. А чем понравилось? Всем. Всем понравилось. От начала до конца. И актеры играли, и декорации. Прям супер. Море и воды. Мне очень понравилось. А чем понравилась постановка? Ну, всем. Мне, в общем-то, я и фильм смотрела, и спектакль. И, наверное, еще, в общем-то, я помню это, как было на самом деле. Как и есть, да? Да. «Стиляк» мне понравился, особенно второе действие, как-то втянулось, наверное. А хорошо? Чем второе действие понравилось? Ну, не знаю, как-то вот первое действие, как я все никак втянуться не могла в действие, а второе вот пошло. А да. Правдивый спектакль, как вы думаете? Ну, как, ну, тема «Стиляк» там такая известная, правдивая, что ли, да. Это как бы, ну, и соответствие времени, и попадание сейчас во время, кстати, что интересно.